Узнать, как живут земляки. С этой целью в Северный Казахстан приехала делегация из Туркестанской области. В нашем регионе они посетят три района, где живет больше всего переселенцев. Затем рабочая группа отправится в Костанайскую и Акмолинскую области. Дарья Пышмынцева расскажет подробнее. Североказахстанская, Костанайская, Акмолинская. Эти три региона Казахстана на неделю планируют посетить члены делегации из Туркестанской области. В ее составе депутат Маслихата, специалисты управления общественного развития, больше 10 журналистов. Их задача узнать и рассказать на родине, как здесь живут, работают и учатся их земляки. На 1 июля 2019 на север страны переехало 206 семей, это 683 человека. 94 семьи в этом году обосновались в Северо-Казахстанской области. Все они обеспечены жильем и работой. Также в 2019 из Туркестанской области в северный регион приедут еще 40 семей, 20 из них жители Арыси. Для этих семей Северный Казахстан стал новым домом. Здесь для переселенцев создали все условия. Обеспечили жильем, работая, также есть возможность открыть собственное дело, отметил депутат Маслихата Туркестанской области. Жанабай Агабеков не раз был в Северном регионе с рабочими поездками. Павлодар, Петропавловск, Костанай. Казахстан – наш общий дом, неважно, какой это регион или город. Главное – создать условия для хорошей жизни казахстанцев. Мы знаем, что, переезжая на север страны, наши земляки попадают в надежные руки. В Северном Казахстане делегация из Туркестанской области проведет два дня. За это время они посетят район Шалакына, Макжана Жумабаева имени Габита Мусрепова. Именно там живет больше всего казахстанцев из трудоизбыточных регионов страны. Дарья Пышмынцева, Адиль Нуржанов, новости МТРК.